Вот свеженькое сегодняшнее видео. Ну, к лодочному Зеленецких едет гаражу. Посмотреть, на какой где-то он кататься будет в лодке. И хотя, что глупость, в общем, неспособность над основой мысли всех своих трудиться. В интернете я уже давно брюжу. Никто еще не радовался в нем пониманию, понимания этого находки. Вот на такой моторке папа будет катать внучка. Да, только это начнется не ранее мая сезон.